Всем здрасте! Сегодня я вам покажу, как сделать вот такую подвесочку. Начнем! А сейчас я вам покажу, как лепить вот такие цветочки. Я буду показывать на большом куске. Для начала взяла голубой цвет и белую пластику. Перемешала их и получился чуть нежный голубой. Для начала мы катаем капельку. Берем канцелярский нож и делим на 4 части на шпанку. Ну, как лепесточки делаем. Разделили на 4 части и вот так вот подгибаем. Если вы делаете маленькие лепесточки, как у меня, то можно взять инструмент какой-нибудь, например, зубочистка. Вот так вот отгибаем на палец. Но мне сейчас удобнее пальцем. Наши цветочки готовы. Ничего страшного, если они будут немного разные. Отправляем их запекаться на полчаса. Теперь приступаем к самому интересному и к самому тяжелому. К сборке украшения. Нам понадобится цепочечка, гвоздики вот такие, 15-20 бусинок и все наши 8 цветочков. И большая бусинка с большим отверстием. И резиночка. Еще нам понадобится инструмент под названием круглогубцы. Берем гвоздики, берем бусинку, гвоздик, надеваем, отгибаем гвоздик в сторону, как можно плотнее к бусинке. Вот так. Берем круглогубцы, чуть отходя от бусинки, делаем такую петельку. Стараемся делать самыми кончиками, чтобы петелька была маленькая и аккуратная. Вот так вот сделали петельку. Вот это лишнее мы отрезаем. Вот так вот должно получиться. Так делаем со всеми бусинками. Теперь переходим к цветочкам. Делаем то же самое с ними. Берем гвоздик, цветочек. Остаточки не выкидываем. На них можно будет потренироваться делать петельки. Если у вас нет круглогубцев, можно взять обычный пинцет. И тоже сделать им петельки. И начинаем собирать нашу подвеску. Берем нашу цепочку и первую петельку. Берем бусинку и за нашу вот эту петельку цепляем ее. И инструментом мы должны ее зажать. Вот так. Дальше берем две бусинки и цепляем уже на следующее колечко. Зацепили и... Получилось вот так. Берем снова две бусинки и опять на следующий этаж. На следующий этаж нам уже нужно три бусинки. Вот мне уже стало неудобно держать, и я продену нашу веревочку. Вот так вот мне ее будет теперь удобнее держать. На следующий раз опять берем три бусинки. На следующее звено цепочки мы берем 4 цветочка. Следующий ряд должен быть бусинок. Чтобы вставить бусинку, нужно иметь большое терпение. Приступаем к последнему ряду цветочков. Опять 4 цветочка берем. И нацепляем на следующий ряд.
Идеально. Ну вот, а мы закончили. Остался у нас один цветочек. Его мы не выбрасываем, сюда он нам не пригодится, но он пригодится в следующий раз. Вот как красиво получилось. Берем нашу бусинку большую и продеваем ее сразу через оба шнурочка. Вот так вот. На нужной нам длине завязываем шнурочек и отрезаем потом лишнюю.